Ну что, ребят, игра очень легендарная, игра, в которую я играл еще Most Wanted, старенький. Как только я зашел сюда, играла такая охрененная музыка, такая охрененная песня, прям ностальжи, ностальжи. Но мне придется выключить, чтобы... Пришлось ее выключить, чтобы как минимум не прилетели авторские права. Да, ребят, это Need for Speed Underground, на NFS. Need for Speed Underground, NFS. Я уверен, что вам зайдет эта игра. Очень даже. Очень даже за эта игра. Полностью не проходил эту игру. Тут вроде есть сюжетка, не знаю. Вот. Я ее полностью не проходил, но... Давайте попробуем, почему нет. Надеюсь, вам зайдет и... Блин... Такой кайф, вообще, ностальжи. Ребят, напишите коммент, у кого ностальжи, да, прям плюсик можешь написать вообще. Так, даже музыка не надо, не надо мне такое. Нет, надо, но авторские права. Так надо или нет? Нет, авторские права могут прилететь, а так надо. Или не надо? Да и все, отстань нахуй от меня, дай договорить, хорошо, извини. Прощаю, все, тоже извини, хорошо. Вот, поэтому же, ребят, это NFS, NFS. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Бля, такая настоящая. Всех приветствую, ребят. Все, что сказал, все, что нужно было сказать, я уже сказал. Усаживайтесь поудобнее, накидывайте пледик. Чай, кофеек, кто что любит. Хорошего настроения всего нету. То нибудь она нам появится. Я думаю, она уже появилась, что такая легендарная игра. Ох. Да уж. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Так, карьера, да? Добро пожаловать, здесь еще твой путь. Мир в личный гон. В этом мире нет места для нью. Угу. Видите ли, что ты делаешь плюсы? Окей, возможно. Ух, так детализировано. Бля, прям кайф. Ох, прям сожжи. Бля, ох, хорошо, хорошо, прям. Кайф. Бля, вот я вот реально, когда я проходил Dead Space, не Dead Space, ссылка в описании тоже есть, да, там на плейлист, мы уже прошли эту игру. Очень классная игра, посмотрите. Вот, я всегда хотел, я прям сразу такой, бля, на противный фейс, на противный фейс. Вот. Я ждал, пока пройду. О, ебать, знаешь, на Хонде мы, ебать, какой-нибудь аккорд, какой-нибудь, ты знаешь, четвертый. О, ебать, ее там нахуй занесло. Ладно, похуй, что я что делаю. Вот, на ностальжи, ребят, супра. Блядь, прям вообще у меня лупы с лица не слазит. Жалко, не с камеры, но мы это исправим, ребят, исправим. Вот, я проходил Dead Space. Вот, ссылка в описании, подкаст сейчас должна вылететь у вас. В принципе, блядь, въебался. Вот, блин, я реально думал, блин, надо прийти на FS какую-нибудь. Либо Most Wanted, либо Underground. Я такой, блин, надо пройти Underground. Почему бы и нет? Давай! Ты не должен поебать. А, два круга, ну ладно. Вот, и мы до нее добрались, до этой игры. Да, она старая, ребят, но те, кто в нее играл, да, там, когда мы малые, сейчас ностальгия, уверен, почти у всех даже. Так, супер, давай, я знаю, что ты мощный. Чё, охуел, что ли? Ты чё? Давай сейчас, подожди, сейчас мы доедем до финиша, я с тобой разберусь попозже, блядь. Бля, такой кайф. Вот еще дрифт есть. Бля, просто кайф, ребята. Просто кайф. Все, иди на фер. Субарик. Там Субара был, не помню. Вдруг он пошел. Бля, слабо музычку, да, ребята? Эту музычку бы сюда. О, был бы кайф. Там реально вот эту музычку, блядь, который здесь играет. Но, говорю, авторские права, авторские права не очень хочется. О,
просто, я говорю, у меня улыбка реально сейчас с лица не слазит, просто не слазит. Есть такая ностальгия по этой игре. Ну, закончим. Чего? Эй, не спи, слышишь? Вон тот парень, это Эдди. Нет, ты глянь на него. Он чемпион, а чемпионов люди просто обожают. И дело не в машине, дело в стиле. Ну и которая из них твоя? Сивик? Гольф? Либо Peugeot 206? Бля, ну Peugeot, Mazda, MX-5. Точно. Ребят, я думаю, знаете, уверен, что и Peugeot кто-нибудь выбрал бы, и Honda бы кто-нибудь выбрал, и Golf. Я, блядь, в этом уверен. И даже, возможно, Mazda. Но никто не берет Dodge. Блядь. Так, здесь что по управляемости? Здесь пизда. Здесь получше будет. Здесь все равно пиздата. Сик, пиздата все, да, я так понимаю, управляется. Давайте Dodge возьмем с вами, почему бы и нет. Let's go. Слушай, отличный он. Выбор. Ух, тяночка. Эй, неудачник. Ладно, бедняжка. Не уёбывайся, не уёбывайся. Только ты и я, один на один. Деньги на капот и погнали. Хочешь стать лучше? Тогда тебе придется сделать этих ребят. Проиграешь — сам виноват. Усёк? Помните? Но только вперед. Здесь ты можешь узнать обо всех гонках, которые проходят в городе. Удобно, правда? Ну да. Ну да. Эй, как жизнь, приятель? Меня зовут Хосе. Сэм сказала, чтобы я на тебя глянул. Вроде как ты намерен здесь все вверх дном. Ну, извините, но... Давайте... Я случайно. Улучшай внешний вид своего автомобиля. Да, это я помню. Так я не один на Dodge буду. О, Civic еще. О, Peugeot. Ну, погнали. Да, ну, просто аккорды бы, конечно. Ой, Civic, блядь. Какой Civic ты нахуй? Это Golf. Ты че? Че, охуел, что ли? Шел-ка ты нахуй сюда. До свидания, блядь. Голь, давай ты не будешь уебываться, хорошо? Ты все, блядь, не уебывайся, блядь. Посмотри, какие вообще дерзкие врезаются. Еще только машину взял, уже, блядь, разъебали ее. Кто это, а? Только неончик взял себе, блядь. Да, два круга там же. Бля, такая ностальжи, ребят. Я вообще просто буду молчать. Тоже кайфанули от этого. Ой, ебать, ее разворачивает. Понял, тишка. Сильно нажал. О, души. Что по толку? Тренимся на финише, я тебе поговорю, я тебе объясню, почему не надо врезаться мне. Бать, 173 или нихрена себе. Не гоняйте, пацаны! Не гоняйте, пацаны! Что? Что? Что ты поешь? Не знаю, просто что-то пою. Зачем ты поешь? Просто захотелось. Чё тебе, а что тебе еще хочется? Не знаю. Что ты не знаешь? Отвечай. А ты вообще кто? Я тот, кто у тебя спрашивает. А кто такой, что спрашивает у меня что-то? Ты сейчас тебя отвлекся. Из-за себя отвлекся. Все, давай не будем. Ладно, давай не будем. Извини, пожалуйста. Ты меня тоже извини, давай. Да уж. Да уж. Ну, ребят, это, блин, это реально ностальжи. Вот это, блин, я даже это помню чуть-чуть даже. Вот это все. Блядь! Я это, в принципе, даже все помню как-то, блин, чуть-чуть так, знаете. Потому что я не так много в это играл. Я играл больше в Most Wanted, вроде, даже. Или во второй Underground, не помню. Вот, ну, тоже старенькая была игра туда-то вообще. Да уж, просто кайф.
Ничего себе, неончик, сейчас я тебя прокачаю, неончик. Еще и зелененький вообще кайф. Занос. Индикатор стиля. А ну-ка, давай, давай. А ну-ка, давай, индикатор стиля. Давай, давай мне сюда. Сюда, сюда, давай. Полностью зафигачиваю. Ух. Ну, нормально, ладно. Нормально, нормально. Что, денежное вознаграждение в размере 500? Тюнинг и стайлинг. Давай-ка тюнинг. Ну что, хочешь такие железки? Тогда побеждай. Нет побед, нет запчастей. Хочешь, чтобы твоя тачка выглядела стильно? Для этого есть обвес. Из любой телеги можно сделать концепт-кар. Были бы деньги. Так, ну, стайлинг это потом. Обмен. Нихуя. Здесь ты найдешь все необходимое для того, чтобы превратить обычную машину в гоночный болид. Пиздата, все закрыто. Я зашел туда. Ну зачем я зашел тогда? Че все закрыто, блин? Ясно, наебщики. Все с вами ясно. А я хотя могу поставить. На простой машине ты никогда не станешь чемпионом. Все дело. Как видишь, тут есть обвес на любой вкус. Из любого корыта конфетку сделаешь. Я могу посмотреть хотя бы, блядь. Нет, не хочу. Блядь, дай. Как снять-то, ёпта? Ясно, наебалово, блядь. Она наебала. Нет, ну как мне выбрать? Хорошо. А, во. Да окей, окей, да, блядь. Что? Ёпта. В чем их разница? Есть айс еще? Что за айс? Не, мне тут пизжа нравится. Да, да, да. Блядь, уже тысяча осталось. Что? Кого? А, могу посмотреть точно, блядь. Сам такой. Ты сам, нет. Ты. Ну, бля, я бы, конечно, кто-то оставил бы. Ну, это такое, прям не очень. Давайте тут поставим. Шо? Все? Пороги. Давайте спойлерочек ебанем. Блядь, что это нахуй? Улетающие куда-то собрались. Ну это попизже будет, ладно. И что еще могу установить? Еще колесики. 100% колесики. Стандартная пацана. Комплектация – это для простых смертных. Тебе же нужны особые запчасти. Понятное дело. ABC. 400! За что? 800. Что ты нахуй с такими ценами, блядь? 400. Да блять, ну скидку можно по-братски. По-братски скидку, мумо. Да по-братски скидку, пожалуйста. Блять, все 400. Да в пизду, блять. Опа, аксессуары. Аксессуары это такие крутые. О-о-о. Подсветка, ебать. Конечно, зеленую давай сюда, папочки. Ну шо, let's go дальше. Давайте сохранимся, конечно, блять. Ну, сохранись! Все. Сохранись. Ханпиш. Все. Сохранились с вами. Погнали. Блять, не то. Погнали. Взлет разрешен. Спринт.
Ну, let's go. Давай средний, блядь. Ну, короче, тремя слоями аппликаций. Куда едем, а? Куда едем? Чё, отрезаешь совсем, что ли? Еще ед куда-то вообще, что ли, а? Давай, давай, сворачивай там, мальчик, сворачивай. Она не свернула, не смотрит. Друг друга толкает, что-то вообще жесть. Да, какие-то дикие, да? Какие-то дикие вообще. О-о-о, удержал, удержал, удержал. Аре, блядь, не удержал, пизда. Все, пизда. Стоять! Блядь, не до золота. Бежо, куда? Сюда иди, я сейчас тебя догоню. Сейчас, подожди, оборотики поднимут. Сейчас, подожди. Турбин, конечно, пока что нет. Сейчас, подожди. Мотор, блядь, раскочегарится, блядь. Проснется, сейчас я тебя обгоню, блядь. Все, отсосал, блядь. Ух, еба. Че, дрифт? Ну почти, ладно, почти. Резина хуйня? Ну ладно. Чего этих нету, блядь? Разварок, блядь. Ой, ёпта! Разварок, блядь, что я сказал, нахуй? Блядь, ладно. Развала нету, блядь. Разварок. Че, разварок тоже есть? Ну да. Ты знал? Ну вот я, да. А, у нас. Спасибо. Пожалуйста. Бля, я не помню город. По карте, бля, можно по карте смотреть. Куда погнал? Смотри, молодой херачит, блядь. Куда ты едешь, ёпта, сюда иди. Ты молодой едет, да? Майк молодой погнал, блядь. Просто дрифтит, как не в себя, ебать. Конечно, ебать. Богатый же, блядь. Блядь, второй приехал. Блядь. Того рот просто, того рот. Давай еще раз, блядь, похуй. Да-да, еще раз. Давай, блядь. Конечно, заново, блядь. Поехали, ебать, часы. На фиолет от хуйни, блядь. Давай, я же тебя разъебу, блядь. Разъебу. Смотри, сразу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, отсосал. Оп, нахуй. Ой, извини. Так, Гольфес, давай-ка ты мне уступишь. Ой, извини. Ну, блядь, не то. Оп. О, смотри, смотри, опа. Видал, какого угладал, да? Видал, какого угладал? Ты, конечно, мне Peugeot с гольфом, наверное. Ну, ладно. Чего страшного? Мне прям чуть-чуть надо давать под сраку. Чуть-чуть под сраку, что, блядь? Еще чуть-чуть надо угладывать. Ты ее потом заносит при большом угле, ее заносит, блядь. Он сзади едет. О, Peugeot, извини. Гольфец. Давай не будем. Гольфец. Гольфец. Ну да, как умею. Так умеешь? А я так умею. Бля, ебался. Опять снова. Ёпта. Бля, я еще не финишировал, прикинь. Еба, вот красиво было. Лайк за такое, ребята, лайк. Было красиво, да? 360, было красиво. Теперь мы первые. Так-то вас.
А что за пристань, блядь? Тут на звезда? Отлично! Ты угодил на обложку Option. Теперь mm-hmm. твою машину можно считать знаменит. Окей, погнали тюнинг сразу, ебать. Сразу же, максимально. Обмен. Блядь, куда? А. Блядь, двигатель не могу, пока ничего не могу, блядь. Почему, нахуй? Ну ладно, давай дальше. Ой, ебать. Диски сюда. BBC, ну, бля. Да... Нет. Ну, кстати, прикольно выглядит, но, блядь, не то, да? Вот как будто бы что-то не то. Как будто бы что-то не то. Эти, бля, эти как будто вообще не смотрятся. Мне не очень нравится. Вообще не нравится, блядь, как смотрится. Бля, это вообще что за хуйня? Ну, вот эти можно, блядь. Ну, а тут мод могу? О. Ну, вот эти, кстати, ничего, да? И эти. Ну, эти, как будто какое-то сомнение. Вот это прям прикольно смотрится, как по мне. Прям прикольненько. Ну, эти, блядь, на любителя, нахуй. Момо, блядь. Ну, хуй знает. Сразу нет, нахуй. А... Ну, тоже прикольно, блядь, но не то, знаете, что-то не то. Где вот эти, блядь, широчейные, блядь? Где вот это, блядь, нахуй, широкие, блядь, диски, прям огромные, нахуй, не нужны. Бля, ну, хуй знает, честно. Ну, вот эти тоже ничего. Но, блядь, это красная хуйня, мне не очень нравится. Эти прикольно вроде. Ладно, давайте возьмем те, да, которые вот, вот эти вот. Нет, не эти. Блядь, где они? Потерял. Эти? Эти же? 15. Ну, давай возьмем. Ладно. Возьмем. Не знаю. Херня, не херня. Но мне, блядь, за... Ну, так, нормально. Пойдет, ебать. Пойдет, покрас. Добро пожаловать в мастерскую покрас. Вот, черненький можно? А, нельзя. Блядь. Не, ну вот такой какой-нибудь поставить сюда. Еля, как смотрится. Ёшалеть. Ошалеть. Ну, бля, ребят, скажите, колхоз, не колхоз? По мне прикольно. Вообще приколдесно. Спойлер, ебать. Не, ну это уже какая-то хуйня. Так, ладно. Что-то еще могу. Наклейки, аппликации. Аппликации — это такие огромные стикеры, которые... Ну, у меня пока этого ничего не доступно, блядь. Понятно. Здесь можно купить классные спонсорские наклейки. Не, хуйня, не хочу. Аксессуары. Давай кузов дальше. Мы сделали. Порожки. Что еще есть? Капот. Ну, блядь, сравнить вот это и вот это? Вообще ничего не нравится, нахуй. Не это, не то. Хуйня какая-то. Угу. Ну, давай. Нет, спойлер, мы установили с тобой. Боковые. Ух. Вот это, кстати, классно смотрится. Ну, типа, если сравнить с... Хотя это тоже пиздато, да, смотрится как-то. Ну, блядь. Ну, это более такой, знаете, минималистичный. Просто вписывается, ебать, как будто бы. Это прям пиздец, ну, такое, да? Как будто бы, ну, такое. Хотя нет, он как продолжение бампера идет. А это, типа, как продолжение этой хуйни. Ладно, давай этот поставим. Бля, точно. Не что. А нахуй с тобой. Да. Да, да, конечно. Ты, блядь. Ну, ребят, что могу сказать? Такая серия получилась. Коротенькая довольно-таки. Но это просто... Дать посмотрим. Понравится. Это такое вот прохождение, не прохождение, не знаю. Просто вот такое, такая игра понравится вам или нет. Зайдет она вам или нет. Я думаю, зайдет. Вот, в принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам как-то поднял чуть настроение хотя бы даже. Вы поностальгировали, я, блядь, уверен прям. Кто играл, кто помнит это, да, вот это ностальжи, прям уф, прям кайф вообще, да. В принципе, все. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.